За последнее время столько услышала сплетен. Тайный сын Софии Ротару 15 лет не признает певице мать. После смерти Анатолия Евдокименко выяснилось, что супруги могли скрывать второго сына. Такой же талантливый, как две капли воды, похожий на Ротару мальчик, сам вышел на связь с Софией. Попытки хуторянки породниться с двойником провалились. Так неужели не смерть мужа, а то, что тайный сын Ротару не признает в ней мать? 15 лет изводит певицу. Об этом детальнее. София мечтала о семье и женском счастье, но жизнь посвятила сцене не по своей воле. Возводя жену в примадонны, Евдокименко вынуждал Софию жертвовать всем ради карьеры. Только обманув мужа, певице удалось родить Руслана. Из роддома Анатолий отправил жену на сцену, а мальчика спихнули родственникам. Стоит ли удивляться, что второго ребенка Евдокименко не допустил бы? Не исключено, что продюсер разрешил супруге сохранить жизнь другого малыша при условии отказа в роддоме. Это объясняет абсолютное внешнее сходство Диониса Кельма и Софии Ротару. Вдобавок, молодой человек также талантлив, занимается музыкой. София всегда носила объемные черные наряды, от природы стройна, новую беременность фанаты могли не заметить, что сыграло продюсеру на руку. Получается, пока Ротару выступала на сцене, в интеллигентной приемной семье Челябинска рос сын звезды. В 2001 году Дионис пародировал образ хуторянки в ночном клубе и попался Ротару на глаза. В 2005 году София устроила встречу с Кельмом, расхвалила артиста и даже пригласила на день рождения. Возможно, там она призналась Дионису в проступке и родстве. Но двойник воспринял новость в штыки. Ведь после публичного знакомства предполагаемый сын избегает народную артистку. Очевидно, не каждый сможет простить предательство родителей. Ротару не сдавалась. Она признала Диониса единственным двойником, избегая скандала с родственными связями. Разрешила петь все свои песни и, вероятно, дарила вещи из гардероба, поощряя творчество юнца. Но Кельма связывает с Ротару только сцена. Он так и не признал в ней мать. Это лишь версия, основанная на невероятном сходстве Софии Ротару и Диониса Кельма, а также их неслучайном знакомстве. Вполне возможно, между певицей и ее двойником нет родства, только дружба. Валерия Колесник.